Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. Товарищи, Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития. Победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом. Слава нашему великому народу, народу-победителю. Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа. В эти торжественные дни каждый советский человек, каждая семья, весь наш народ живут памятью о незабываемом мае 1945 года. Мы как бы заново переживаем тот великий душевный подъем, который испытывал тогда народ после долгой и страшной войны, познавшей счастьем трудно добытого мира. Нам война была не нужна. Но когда она началась, советский народ мужественно вступил в смертельную схватку с агрессором. Гитлеровцы двинули против нас чудовищную военную машину. Они обрушились на Советский Союз с особенной жестокостью, которой нет ни меры, ни названия. На протяжении почти 4 лет не умолкали грохот сражений, невиданных по своему ожесточению сражений, в которых с обеих сторон участвовали миллионы солдат. Неувядаемую славу советскому оружию принесли разгром армии захватчиков под Москвой, оборона Ленинграда, героическая сталинградская эпопея, битва за Кавказ, грандиозная схватка на Курско-Орловской дуге, Порсун-Шевченковская операция, победоносный штурм Берлина и многие другие крупнейшие операции, которые навсегда войдут в историю войн. Пройдя через тяжелейшие испытания, советские люди отстояли честь и независимость Родины, отстояли завоевание октября, дело, которое завещал нам Владимир Ильич Ленин.